подземелье само себя не пройдет, поэтому, ну, вперед из песни, 4-й эпизод, за персонажа вор в игре Dicey Dungeon. Понеслась. Итак, ребятки, вор, поехали. Предыдущий эпизод был щекотливым за воина, хоть поначалу казался простеньким. Итак, он называется «Раунд на выбывание». Ты получаешь свое обычное снаряжение, запас здоровья и все. Подождите, что за бред, блять? Вот только у всех врагов повышенное здоровье и усиленное оружие. А... подождите. То же самое? Да? То же самое. Ха! Ну, я немножко разочарован, честно говоря. С возвращением, мой маленький мечтатель о победе. Уже прикинул, на что потратишь выигрыш? Частный остров, огромные яхты, новые друзья, которые будут нахваливать твой ум. Блин, ребят, я... ставь лайк, если ты немного разочарован и ожидал чего-то, ну... ну, вы понимаете, не такого. В общем, идем на космодесантника и... даже вот не знаю, выбросить еще 4 единицы. Неудачный бросок, блять, нахуй он нам нужен. Так... а, да, у него же обилка, мы с вами дублируем это, оснащение, да? Так, максимум тройка. Делим кубик. Понятненько. Хорошо. Как будто бы у нас есть выбор. Бля, как бы мы сейчас не получили урон, тогда нам придется переначинать. Даже не знаю, что лучше сделать. Давайте попытаемся за вот это сделать. Может быть, мы сможем за это. А, лол, блядь, нихуя. Ну, ГГ. Ну, ГГ. Типа, 4 еще урона. Ну это такое себе, блядь, что я могу сказать. Да, что-то вообще не радует этот эпизод. Блядь, говно упало полное вообще. Карманная кража и то, что нам было не нужно. Ничего, добавить 4 щита, разделить кубик на 2. Лови, лови. Давай так. Хорошо, что мы защитились. Хорошо, что мы защитились. Так, лови. А, ну и лови. Так, ладно, 4 и еще один кубик. Замечательно, замечательно. Пойдемте дальше. А, так, хп-ха там, хп-ха тут через 2. Ну, наверное, сейчас лучше со осьминожки начать. Тут еще магазин. Тут еще магазинчик. Слепота, ну, как вы знаете, такое себе. Слепота это... давайте украдем деньги. Ничет. Ну, блядь, даже не знаю. Лучше урон, наверное, нанести, да? Блядь, очень плохо все. Ёб твою мать. Все очень плохо, ребятки. Так, ну, по крайней мере, не смог нам этот урон нанести, да? Мы ничего не видим, естественно. Не работает. Не работает. Ну, вот так ослепили. Хорошо. Как можем, ковыряем. Ну да, толку от этого, на самом деле. Я не знаю, как противник на это все реагирует. Блять, на 4 и 1. Так, эта штука больше тройки. И это больше тройки. Только двойка, четверка или шестерка. То есть больше тройки, то есть это не четверка, это пятерка, значит. Нормально. Нормально ударили. Так, он нам решил ответить по-больному. Блин, клякса, херня полнейшая, конечно. Так, давайте вот так лучше сделаем.
чтобы он нам не ходил тут. А, ты побеждаешь, умница! Играть с тобой было так весело! Приходи еще! Ведь здесь так скучно и одиноко! Хорошо, хорошо, мы еще придем и не раз. Так. Что тут? Дублировать кубик. Это хорошая штука. Нанести 2 урона за 5. Ничего, но вот дублировать кубик за 1 я бы вполне бы взял. Так, не будем регениться. Надеюсь, мы справимся и так. Так, разделить кубик, нанести 8 один раз за бой. Так и сделаем. Ловим. Так, дублировать кубик, но здесь нам не очень это нужно. Разделяем кубик. Блять, ну почему не тройка, ёб твою мать, а? Почему не тройка? Да, конечно, у него жесть. Так, что мы сейчас украдем? Превратиться в медведя, воспользоваться... Ну-ка! Еба, мы реально в медведя превратились! А, у нас и обилки другие! Нанести 10 урона! Вау! Это чё такое?! Это шо за безумие? Так, она тоже может превратиться в медведя, да? Блять. Ну, давайте просто так сделаем и не будем тратить хп. А, мы же зарегенимся до конца. Плюс 6 здоровья или медвежий рев. Слабость 3 оснащением. Нихуя, ребят, это чё такое? Нихуя какой? Мы чё, типа, за него будем играть теперь, блять, лол? Вот это выглядит круто, и вот это выглядит круто. Но этот без урона я бы не хотел, я бы хотел побыстрее убивать, поэтому я, пожалуй, возьму... Блять, мы реально медведь, погодите. А, это все наши обилки, блять, лол. А-а-а, офигеть. Подожди, а то что за обилки тогда? Кто к нам пришел? Отлично выглядишь, вся эта шерсть, хищный взгляд тебе идет. Прости, но вряд ли я подберу для тебя... А, мы теперь в магазине ничего не купим, что ли? А что в сундуке можно найти? Слушайте, это дико угарно, ни хрена себе. Лови. Бля, нужна обилка, конечно, все-таки была. Я не думал, что это так работает. Окей, 4 яда. У медведя должен быть иммунитет таким вещам. Че, непорядок. Блять, 1 хп. Так, это мы зарядили, но мы сейчас так добьем. Бля, медведь очень сильный, слушайте. Так, гибернация. Вернуть 4 здоровья. То есть мы это сможем использовать. Да, отлично. Пошли дальше. Так, пират, там хпшка есть, поэтому давайте сначала на него. Заодно сундук глянем. Так, сразу, чтобы... Так... Бля, почти убили его за ход. Да он охуел, видите, как мало выкинул. Ну все, тебе задница, бро. Так, плюс 1 хп себе сделаем сейчас. Отлично. Так, медвежье объятие. Нанести 2 урона, потерять кубик. Потерять кубик, блять. Потерять в смысле навсегда потерять его из игры, да? Ну, не хочу такое. Не-не-не, нам вообще это не нужно, пока что, по крайней мере. Так, давайте на банку ужасов теперь. Там апгрейд. Ах, херня выпала какая-то. Так, давайте. Ну, у него не то чтобы супер. Надо заряжать, конечно, будет удвоить яд, но он удвоит его. Мы не успеем его, конечно, убить за это время. У нас есть реген отличный. О, 10 яда, бля, нихуя. Ребят, это очень жестко. Сделаем-ка... Так, мы сейчас... Так и так.
А, мы же там левел получаем. Так, хорошо, один кубик, здорово. Медвежья кувалда 4 урона. А это уберет анлок, но это нам не нужно так-то. Так, погодите, пока не будем. А, ну да, нам в любом случае надо. Хорошо, давайте тогда так. Медвежья кувалда. Идем на повторюху, после него зарегенимся от яблок. Бля, повторюхи, да, у него эти, дубликат нашего оснащения. Тридцать семь сняли ему. Сейчас нас бьет, мы еще в дребезги зарядим. Да, все, задница ему. О, можно, да, хотя, ну-ка. Обидно на самом деле. Ну ладно. Я знаю, кто ты, но кто я? Так, регенимся. Поехали. Так, вот сюда, наверное, сначала. Там и ХП, и все. У снеговика слабость к огоньку. Это, конечно, здорово, но... нам толку от этого нет. Так, нечет ему нужен, да? Две он только сможет долбануть. Бля, конечно, вот нам это отстойно. Мы не можем перебрасывать кубики, и нам эти единицы прямо жопа. Для нас эти единицы прямо жопа. Но сейчас он нас набьет, мы ему десяткой долбанем по лицу. Бля, жесть. А, ну хотя бы только один, окей. Лови. Лови. Так, два раза сейчас кастанет, да? Не будем в дребезги юзать на него. Сейчас уже так его добьем. Четыре опыта, и это замечательно. Так, что здесь? Отлично, медвежий взмах. Нанести три урона, вернуть кубик. Супер. Нам как раз что-то вот такое было бы отлично. Так, здесь... ох, ты теперь медведь, заметное улучшение, но обмениваться с тобой не стану. Ясно. В общем-то, вот мы и расплачиваемся за все такое. Так, нам придется зарегениться с вами. Идем на пылесоса. Так, сразу бьем его в дребезги. Лови. Лови тройкой. Отлично. Чем он нам ответит? Ну, нормально. Так, замечательно. Победа, три опыта. Так, следующая битва для нас будет регеном и уровнем. Бля, дебаф птица. Ой, дебаф птица. Бля, три единицы, серьезно? А, ну да, мы ж только возвращаем кубик. Бля, так, ладно, регенимся. У ворот два дэмэджа и сайлит нас. То есть делает нас немыми. Ясно, бля, это плохо. Так, сольем это сюда. Бля, не мотай это хреново для нас, вот за медведя. Блять, опять дубль нафигарился, да? Ты смотри. Еще и ударить смог на две слабости. Вообще пиздец. Но мы потихоньку ковыряем. Блять, пожалуйста, давай. Опять дубль высрал себе, да ёб твою мать! Ну это какой-то это трэш вообще. Какой-то трэш просто. Сейчас хотя бы дубля нет. Мудила. Так, ну мы уже, конечно, дребезги использовать не будем. Ой! Ладно. Это я зафейлил. Так, 6 здоровья, улучшение. Улучшение, конечно. Вот это вот супер будет для нас.
конечно, улучшение. Так, 9 здоровья, гнилое яблоко, 9 здоровья. Ну, как бы просто идем на скелетика. Так, а скелет какой-то там неприятный, насколько я помню. Да, у него двуручный меч. Это жесть. Двуручными... Блядь, серьезно? Ну это... Я считаю, это полная хуйня, вот когда такое происходит. Просто у противника. Это трэш. По-другому это не назвать вообще. Ебануться, блядь, 3 шестерки. Бля, ну это просто жопа, как же он бьет. Блядь, порча. Блять, порча не сработала на эту хуйню. Ну, естественно, сработает на эту. Бля, надо было подрегениться. На 3 хп. Так. Надо кракена идти пинать. Хотя лучше на гнилое яблоко пойти сейчас, пока хп немного. Потому что у него же обилка, вы помните, да? Он как бы обрубает нам это... ХП в 2 раза. Так что лучше с ним справиться, пока ХП в принципе не на максимум. Так. Возвращаем 2. Но... Да, он сейчас зарядит себе эту хрень. Так, ну а мы его добьем. Так, яблоко готово. Кракен впереди. Одно яблоко мы съедим. Или даже 2 придется съесть. Так, сразу в дребезги спускаем. У него слепота, порча, один, так и штука, которая раскручивается со временем. Мы сильно его ударили, очень. Так, порча самая отвратная, конечно, здесь. Ебать, раскрутил уже до 3 урона. Так, слепота всем кубикам. Отлично, порчу мы... Нормально. Бля, 1, 2, 3, ебать. Он 2-2 решил только сыграть. Там была 1. Всего лишь. Так, смотрим, что в сундуке. Медвежий капкан, блок 1 кубику. Ну, не знаю, стоит ли это делать. Брать. Так, что на апгрейде у нас? Медвежий взмах 4, вернуть кубик. Так, это уйдет в рюкзаке. Медвежие объятия 2х плюс 1, потерять кубик. Нет, медвежий капкан макс 2, блок 1 кубику. Нет. Что, реген лучше разблочить или вот это сделать, 4? Наверное, лучше разблочить реген, потому что он может нас спасти. Ради 1 урона того там не стоит. Так, горгулья, что у нее там? Блять, да, горгулья очень отвратная тварь. Даже не знаю, давайте лучше подрегенимся. Мин 3, но он 2 раза сыграет. Так, это сосет. Блять, охуеть, это работает. Блок 1 кубику, замечательно. Спасибо, блядь. Мудила. Надеюсь, я переживу. Пиздец, блядь. Так, 8 урона он нам сделает. 12 урона сделает. 16 урона сделает. Понятно.
Понятно. Так, ну мы его добиваем. Хотя мы после него левел получаем. Можно было не регениться. Еще один кубик. Замечательно. Так, ну что, ребятки, пойдемте. Беатрис. Я надеюсь, мы справимся, чат. Надеюсь, мы справимся, боже мой. Эй, я заглянул в словарь и выяснил, что куб для игральных костей не годится. Даже если они большие, все равно кубики, как интересно. Итак, готовься к концу, кубик. Блин, 2 единицы, вот отстой. Просто так. Ой, у нее жопа, конечно, по обилкам. Жесть. А у нас обилок и так немного. Да. Так, сюда 4. Единицы разблокируем. Так. Так. Хорошо, что кубиков у нас достаточно. Ёб твою мать, ты 18 урона сейчас внесет и 3 шока. Бля, безумие, просто она жесткая, нереально. Так. Так и 6. Так и 6 в реген. А, не, ну, нам легче просто убить ее. Фух! Пройдено! Поздравления! Вижу, опять настало время крутить колесо, или как ты говоришь? Так, и... Какой-то Барни из Симпсонов у меня сейчас был по озвучке. Ой, неудача, и ты опять без приза. Ну, впрочем, какая заветная мечта может быть у медведя? Возможно, даже хорошо, что мы это вот так никогда и не узнаем. Так, ребятки, 2 испытания пройдено у нас. Стать косматым кубиком. Алхимик. Работа алхимия. Увлечение алхимия. Алхимика. Алхимия. Что нравится? Цинк, алюминий, висмут. Что не нравится? Никель и свинец. Причина входа в подземелье — найти философский камень. Так, и еще мы один прошли. Маг. Увлечение тасовать карты, жонглировать, впадать в меланхолию. Домашний любимец — огромный новозеландский кролик по имени Гровер. За что стыдно? Однажды забыл запереть клетку, и больше Гровера никто не видел. Причина входа в подземелье — поиски утраченного. Так звучит куда лучше, чем найти любимого кролика. Ну что, ребятки, пройдено завора. И посмотрим, что там будет у нас, за кого, за робота или инженер, по-моему, за робота, да? Что за 4-й эпизод, надеюсь, он будет отличаться. Даже есть такая у меня мысль, что, по-моему, что 4-й эпизод будет одинаковый для всех, и это будет вообще не круто. Но, как бы там ни было, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, а также приходить на наш канал Твича, там проходят прямые трансляции. Также я веду кураторскую страничку в Стиме, где пишу отзывы об играх, и если вы хотите, можете подписаться, ссылка в описании. Так что все, давайте, hasta la vista, пока.